С вами Кот Семён. Поиграем в Бэтмена. Я раздобыл схему канализации. Ха-ха. Здесь были Ватман и Гробин. Чем-то тут воняет. Я не воняет. Может, здесь? Отойди от меня. Она имела в виду канализацию, Гранди. Фу, невыносимо. Я Брыня. Ну, мозгоправ по-русски. И мне нужна сила ваших колец. Да. Надеюсь, зеленый фонарь скоро объявится, и я смогу воспользоваться кольцом. На счет три вы будете слушаться меня. Превосходно. А теперь на планету Земля. Добро пожаловать, зеленый фонарь из сектора 2814. Как прошло путешествие? Да, отлично. Правда, попа спереди и коленки сзади. Но это поправимо. Крок украл схему канализационных тоннелей. Зачем она ему? Мастер Брюс, не желаете ли прерваться на трапезу? Спасибо, Альфред. Будь любезен, принеси сюда. Мастер Брюс, в особняке наверху полно комнат, где можно отужинать. Мне и здесь хорошо, спасибо. Ух ты, к Земле приближается НЛО. Так, мне нужен новый костюмчик. Бэт-пещера. Альфред, ты опять шифонер заблокировал? Ну, от воров. Понял. Сейчас мы откроем. Так, открыли. О. Эй, главное, чтобы костюмчик сидел. Смотрите, что я могу. Вот так. Видали? Бэтмен, это что это было? Петарда? Не удивились. Ложись. Ну, да, неплохо взрывает. Смотри, какая конструкция теперь будет. Оп. Видал? Ура! Так, по мосту надо переходить осторожно. Так делать не надо. Понятно? Робин Бобин, тебя касается. Это что ж такое? Мне поможет сенсорный костюм. Вот. Все. Теперь меня никто не видит. Так. Бобин, я тебе тут костюмчик подготовил. Так я пройти не могу. Сейчас, сейчас сделаем. Оп. Закладываем петарду. Что ж такое? Так в чем дело? Я ж хозяин этого дома. Все. Включаем рубильник. Все, Робин Бобин. Костюмчик твой. Можешь примерить. Ага. Ух ты. Технокостюм. Эх-ха. Вот такой я молодец. Так. Чё бы мне здесь умного сделать? Ага, легко. Так, сюда. Есть. Готовченко. А нельзя было просто на кнопку нажать, чтобы лифт приехал? Нельзя. Хм, какой-то звездолёт. Судя по виду, он прибыл из-за пределов Солнечной системы. Может попросить марсианского охотника, чтобы он его просканировал? Да. Иди свяжись с ним по коммуникатору Лиги Справедливости. О, в Релису позвонить, что ли? Хорошо? Хе-хей. Слыхал, я пойду в Релису звонить. Замечательно. Так, что тут у нас?
Эй, а как же моя идея? Ты передумал? Рельсы в другой стране. Мы куда направляемся? Сэр, а как же ужин? Но ведь это ваше любимое блюдо. Я даже корочку срезал. По-моему, он не из-за еды так завелся. Ай-яй-яй. Бой в Бэт-пещере. Господин Брюс, боже, что с ним случилось? Господи, он разрушит всю Бэт-пещеру. Мы его остановим, Альфред. Нужно как-то его отвлечь. Мы слишком далеко, надо поближе к нему подобраться. Я могу ему приготовить его любимое блюдо. Жареных мух. Или ящериц с корочкой. Ай-ай-ай-ай! А ну, иди, пошли вон сюда! Так, попытка номер два. Мистер Бобин, за дело. Я не Бобин, я Робин. Хорошо. О, Кастрик, ну ничего страшного, сэр Бобин. Огонь меня не остановит. Так, сейчас я соберу одну конструкцию. А вам поднос не мешает? Поднос? Нет. Смотрите, как я могу орудовать. Это мое главное оружие. И щит. Да. И щит, и оружие. Два в одном. Но. Щитомеч. О, точно. Мой поднос называется щитомеч. Или подносчит, или подномеч. Так. Подключим пожаротушение. Проходите, мистер Бобин. Я Робин. Да-да. Так, где мой супер костюм? О. Отлично. И что дальше? Поиграюсь я пока. Видал, какая у меня игруля есть? Ай. Ничего, сейчас еще одну. Альфред, к вашим услугам. Ну да. Смотри, как он может. Хыть. А вот. Знаешь, как его зовут? Валера. А ну, Валера, покажи. Покажи класс. Смотрите, мой Валера супер. Так, ладно. Нужно что-то с мистером Ватманом делать. Ватманом? Бэтменом. Так. Ну чё, хорош. Ай-яй, опять, ну что это такое? Ай-яй. И на ноги, видали? Руки в боки, я крут. Ну что, Альфред, какие будут предложения? Ну, я не знаю. Ну, не знаешь, я тогда в Валеру поиграюсь. Предлагаю собрать компьютер. Ну, ладно. Валера, твое время еще настанет. Хотел бы я сейчас отдохнуть за чашечкой чая. Да. А я бы за чашечкой томатного сока. Или березового. Оу, опа, нехорошо. Согласен. О боже, он спрятался в той пещере.
Нам туда нельзя, слишком темно и опасно. Согласен, сэр. По-моему, у нас есть костюм как раз для такой случая. Ух ты, я теперь человек-лампочка. Попробуйте зарядиться. Суньте два пальца в розетку. Ух ты, я свечусь. Хм, прикольно. Теперь мне все видно. А, опять мыши эти. Завал надо расчистить. Мистер Боббин, не светите так. Так. Бэткомпьютер, протокол экстренной защиты, код ZGB-99. Протокол инициирован. Нелетальная нейтрализация разведчика. Идентифицируйте угрозу. Бэтмен, он же не пострадает, да? Подтверждаю, только трахбах ракеты. Система наведения захватила цель. Начинаем защитные действия. Бэткомпьютер, отключить Бэтмобиль. Ах, уже поздно. Я смотрю, он помнит, как работают защитные системы Бэтмобиля. Надеюсь, он не забыл, кто он такой. Мы должны его остановить. Это чё? А, не работает. А, надо костюм лампочки. Я теперь прям как лампочка Ильича. Ух ты, ракеты. Без подноса не обойтись. Так. Дальше вы, сэр Боббин. Я Робин. Так, подкрутим. Угу. Все отлично. Бэткатер, сэр, сейчас не время рыбачить. На нем тоже есть оружие, Альфред. Оно выведет из строя Бэтмобиль. Ну и, может, пару карсей поймаем. Здесь еще сомы водятся. Да? Хм. Ой. Вот и мостик. Эх. Ну, получай. Ой-ой. Ай-ай, не нравится мне это. Ой-ой. Фу. Какой я резкий, а. Ух, правда не помогло. Он уходит, сэр. Да вижу, вижу. Побежали дальше думать. Так. Чувствую, надо зарядиться. Ай, еще чуть-чуть. Вот. Есть. А зачем я заряжался? От огня и так хорошо видно. Сейчас, сейчас, одну секунду. Сейчас я соберу автоматический огнетушитель. Вот, так. Ура! Классно. Все, я бегу. Альфред Пенниворт к вашим услугам. Молодец, Альфред Пенни. Ну, в общем, дядя Альфред. Так, это что? Лифт. Угу. Давай, заходи. Да вот бери ты свой поднос. Техника безопасности превыше всего. Так. Давай я посмотрю, что здесь у нас. О, сейчас мы соберем. Угадай, что мы сейчас соберем? Бэт-велосипед? Не. Бэт-самокат? Не. Хм. Ну, я даже не знаю. А может быть, бэт-коляска? Да нет же. Смотри.
Сейчас увидишь. О, бэт-мотоцикл. Правильно. Ладно, думаю, это будет лучше бэткатера. Вы опять хотите пойти рыбу ловить? Не уверен. Да не, смотри. Вот, на тебе, на тебе, на тебе. Ай! Да что ж такое? Ух. Кажется, у нас кончается бэт-техника. Нам нужен пульт управления бэт-молётом, сэр. Это наш последний шанс. Понял? Угу. Так, как же нам туда попасть? О, придумал. Есть у меня один дружбан. Валера, настало твое время. Ну, давай покажи, на что ты способен. Так. Давай-давай наверх, Валерчик. Давай-давай-давай-давай. Вот. Здесь у нас что? Ничего. Сломаем. Не можем ломать. Дальше. Альфред Пенниворт к вашим услугам. Ну, это ты сейчас к чему сказал? И вообще не отвлекай меня. Ага, Валерчик. Молодец. Красава, Валера. Так, побежали дальше. Угу. Ух, хорошо зашла. Так, остались мы без компьютера. И упустили последний шанс. Резервный компьютер, сэр. Ах, да, резервный компьютер. Так. Сейчас мы его из мусора апгрейдим. А то он какой-то староват. Вот. Интересный выдался денёк. Та-да. Главное, чтобы он интересно закончился. Согласен. О! Вот это да. Так. Так, пока бэт-налёт на подходе, я играну. Угу. Побежали, побежали. Тик-тик-тик-тик-тим-тим-тим-тим-тим. О, прикольная игруля. Так, так, сюда. Угу. Мистер Бобин, хватит вам играть. А сейчас, сейчас уровень пройду. Все, готово. Мы должны сесть в бэт-налёт, пока господин Брюс его не уничтожил. Полностью с вами, Альфред, согласен. Вот и мостик. Ну что, полетели? Ага. Держи ракету. Тревога. Нарушена целостность брони. Он использует звуковую гантелю. Что это такое? Ничего себе. Брюсик. О, как тебя распёрло, а? Поставь лайк и поделись с друзьями. Ну и конечно же, подписывайся на мой канал. С вами был Кот Семён. До новых встреч!